следующий продукт, о котором я с удовольствием хочу рассказать, это продукт Винали. Я его рассмотрела уже попозже, но сейчас это продукт, который я ежедневно принимаю по 2 капсулы в день. Винали – это мощнейшая защита нашего иммунитета. Для каждого человека в осенне-зимний, зимне-весенний период очень важно помочь организму в борьбе, в предотвращении с атакой различных бактерий, вирусов там, и так дальше. И, соответственно, Винали – это мощнейший источник витамина С. Витамин С содержится в таком продукте, как ацерола. И что привлекло мое внимание, что я, конечно, люблю мандаринки, апельсинки, вот эти все цитрусовые, в которых содержится витамин С, но на самом деле в ацероле содержится в 30-60 раз больше витамина С, чем в привычных мандаринках. Поэтому мандаринки мы кушаем, укрепляем свой организм витамином С, но как раз необходимая дозировка витамина С содержится в этом продукте. И также в состав сюда входит экстракт виноградных косточек, который является мощнейшим антиоксидантом, то есть защищает наш организм от свободных радикалов. Плюс вот это сочетание антиоксидантов, витамина С, экстракта виноградных косточек и ацеролы – это как раз то сочетание, которое помогает витамину С лучше усваиваться, потому что на самом деле не весь витамин С одинаково хорошо усваивается. Ну, точно так же, как и омега-3, точно так же, как и кальций, нужно понимать, в какой форме он содержится в каждой добавке, в каждом препарате. Можно пойти, допустим, ну, в аптеку или где-нибудь в другом месте купить себе витамин С, ну, горсть, да, съесть каких-нибудь капсулок, но не факт, что они усвоятся организмом. То вот что мне нравится в этих препаратах, что они действительно усваиваются на все 100%, ваш организм получает необходимую подпитку. Могу отметить также, что, как я уже говорила, положительно влияет на зрение, положительно влияет на сердце, на кровеносную систему, а во время беременности это очень важно, потому что в организме, как сказать, циркулирует, ну, считай, что две кровеносные системы. Одна – это мамина, и вторая – это ребеночка. Соответственно, идет такая двойная нагрузка на организм. И сочетание Винали, сочетание омега-3 очень хорошо помогает организму справиться с вот этой нагрузкой. Ну, конечно же, эти продукты я рекомендую не только тем, кто находится в беременности. Они подходят для каждого человека, кто заботится о своем организме, кто хочет предупредить заболевание, а не потом восстанавливать организм, когда уже есть какое-то заболевание, вирусное, там, простудное, или восстанавливать организм после антибиотиков. Поэтому лучше ежедневно употреблять Винали и не восстанавливать потом после заболеваний свой организм.